Всем привет! Опять мы продолжаем. Вот он наш опек. Вот капот уже я на место воткнул. Вон она, наша вмятинка. Я за нее не забыл. Вот она. Я ее оставил. Тут небольшая замочка с ней. Она приклеена на герметике. Вот. Я подумаю, как с ней быть. Скорее всего, феном отпарить или... Вот этот умный прибор, который Hotbox, попробую с помощью не там залезть, ее крючочком подправить. Она немножко капризная, острая, поэтому не хочу делать заведомо, знаю, что будет очень проблемный момент. И не хочу ее делать ковырять, чтобы получилось абы как. Вот. Машинка не день, не два будет стоять здесь у меня. Вот за это время я звоню товарищу. У него есть целых два Hotbox'а. Вот. И с помощью него мы там ее отклеим. Вот, залезем крючочком и поработаем. Ну, а тут сейчас вот я слегка ее брызгал. Протру, потому что машина стояла. Протру ее. Вот, и начну работать. Работать опять же, как я повторял уже, мы будем вот в такой лампочке. Вот эта лампочка моя, Днепродент. Вот, пока на каникулах. И вот тоже. Пока работаем в этой. Сказать что-то плохое или что-то хорошее могу. Пока работаю. Вот. Лампы отличаются и форматом, и весом, и светом. Вот. Неплохо, не хорошо говорить не буду. Чтобы это говорить, надо поработать. И поработать прилично. Вот, грубо говоря, вот такую машинку града сделать тут. И бока у нас побиты. И вот эти места биты. Вот мы видим. Да? Вот, видно. Вот. Здесь то же самое, вот эти боковинки. Вот они видны. Так что работы хватит. Вот, и вот это тоже. Вот мы видим. Тут много есть работы. Работа интересная. Почему машинка черная? На ней, как говорится, все видно. Это не белый, который прощает многое, скажем так. На белом все. Много чего сразу не видно изначально. Вот. Вот опять же повторюсь. Вот в лампе внутри присутствует такой тень, как и вот здесь. Вот. Дефектовки очень даже хорошо нам показывает дефекты. Так что бери мел и отмечай, если надо, к примеру. Чтобы потом не искать. Ну, а в принципе, когда работаешь лампой, ставишь и делаешь все подряд. Вот такие вот у меня планы на сегодня. Вот. Подразобрать потолок, крышу, или же начать вот с этих вот, вот с этих моментов здесь и здесь клеем. Вот. Ну, смотрим, как говорится, как карта ляжет, так и будет. Ну что же, грибочки готовы, пистолет входит в режим, а мы смотрим, что у нас тут получается. Зажигаем лампаду и пытаемся вот смотреть. Вот мы видим, у нас настоечки вмятинки от града. Ну что, и попробуем поработать. Вот. Как будет получаться, вы будете видеть. Вот, к сожалению, я бы сказал, как на супер минимум не ставишь, все равно вот здесь вот, как бы светится, видно, как вот глазом, как белое, здесь вот потемнее и к темному уходит. А на самом же деле лампа передает, как будто вот такое белое пятно широкое, а по краям желтенькое. В отражёнке как бы видно это все. Вот, то есть объектив сам. Я снимаю на телефон, кстати, так что прошу строго не судите. Я не кинокамерой какой-то маю, без штатива, без ничего. Ребята говорят, вот купи штатив. Да куда тут его покупать? Вот, ну, я просто отвечаю на вопросы или
Как ребята просят, покажите, как вы делаете. А мы там и додумаем, как правильно, как неправильно. Вот я как бы на вопрос, как я делаю, вот так. Хотите, смотрите. Вот, и не менее того, и не более того. Никого, никому я не учу. Все ученые, все знают, все понимают. Опять же, люди знают, что насмотревшись в Ютубе там чьих угодно роликов, мастер не станешь. Вот, чемпионами, мастерами или какими-то другими людьми с высокими достижениями, вот, никогда не станешь, посмотрев кино или целый сериал, пусть там и 50, и 60 серий. Мастером становится или чемпионом, когда долго и упорно делают свою работу, идут к цели, несмотря ни на что. Вот, делают, в итоге добиваются, становятся мастерами спорта, чемпионами мира и так далее. То есть, еще раз повторюсь, чемпионами не рождаются, чемпионами становятся. Также и профессионалами не рождаются, профессионалами становятся. Если люди этого хотят, они этого добиваются. И наш уважаемый YouTube этому подтверждение. Там в различных областях много народу, которые добились очень больших успехов. Вот. И все это имеет место быть. Вот. Точно же я спокойно отношусь к лайкам. Не, конечно, приятно, когда тебе ставят лайки. Как бы люди оценивают, да, они вот, показывают, что они так же думают, как и ты, оценивают твою работу хорошо. Вот. Я почему вот это разговариваю? Почему? Потому что пистолет входит в режим пока. Я имею такую возможность немножко погодить и высказать свое мнение. Кто смотрит мои видео постоянно, когда продолжается тема разговоров. И опять же, ответы на вопросы. Так вот, что хочу сказать, что если вы желаете научиться чему-то, вы научитесь. С Ютубом, без Ютуба. Людьми научками доходили до того, что великие вещи творили. Вот. И это нормально. Вот. Кто-то едет, учится, поступает в консерватории, в вузы и прочее. Кто-то и своим доходит. Такого полно у нас, так сказать, в жизни. Вот так. Вот такое вот мое мнение. Кто хочет, тот всегда добьется того, чего он хочет. Работать будем вот такими маленькими, моими любимыми грибочками. Вот у них само вот это рабочее, так сказать, место, чем основание, за которое дергают мини-лифтером, либо обратным молотком. И неправы те люди, которые говорят, что это фигня, они не работают. Ребята, работает. Надо немножко пересмотреть то, как вы работаете. И все будет работать, и все будет тянуть, и тянут они великолепно. Ими можно дергать так, что мама не горюй. Вот, смотрим дальше. Ну что ж, ахалай, махалай, бахалай. Дрынь один готов. Видите, я уже прям как фокус. Одной рукой работаю, другой снимаю. Вот этот вот что-то захотел работать. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Ну что же, смотрим. Вот чуть-чуть поднялась мятинка. Здесь тоже чуть поднялась. Здесь почти что можно сказать, вот она, нижняя. Ну, не так весело, как хотелось бы. Хотелось бы с одного раза дрынь, чтобы все вышло. Но, увы, такого не случилось. Поэтому сейчас немножко я прогрею феном это дело. Немножко разобег. Вот. И опять будем петься и дергаться. Тут, к сожалению, крючки на этих деталях, вот на вот этих моментах, не работают, поскольку их некуда засовывать. Вот, хотя говорят, тут можно вот эту обечайку, пластмасску вот эту можно снять, засверлиться там, залезть, ну, потом думать, как это все назад сделать. Я
этого делать не буду. Будем все делать клеем. А здесь наверху уже будет интересней. Здесь у нас вот одна вмятина. Одна вот прям досталась по ребру. Баба. Мама дорогая, да что ж так камера снежит-то, а? Алло, ты чего так снежишь? Так, может быть, три полосы включить. Они будут там накладываться. Все равно снежит. Как бы минус этого дела. Ладно, я одну зажгу, чтобы так более тускло было. Ну что, все равно вот, как мы видим, идет снег. Ну ладно, работать надо. Продолжаем работу. Да. Вот тебе и нюсли. Даже невооруженным глазом вот я вижу, вот кручу, да, на сам нему. Она вот дрожит и трусится свет на ней. Я бы сказал, это не есть хорошо. Вот. Видно, как она так вот мерцает. Вот поэтому и камера снежит. Для глаз, конечно, крути не верти, полная задница. Что самое интересное, блок питания как бы взят вот. Ладно, ну что, попробую я, наверное, меняю либо блок питания, поставлю свой вот от той лампочки, китайский чисто, может немецкий на нее не подходит. Вот, под эта пульсация, я так понимаю, из-за того, что неправильно горится смесь, мягко говоря. То есть, либо стабилизатор там плохой, либо еще что-то. Ну, вот эти пульсации тока, это явно блок питания. То есть, катает. Хотя он можно включить так, что тут глазам на нее больно смотреть. И мы видим, что мы видим? Мы видим пульсацию. Вот, между нами говоря, очень неприятно для глаз. Вот. Я не знаю, кому это понравится. Но я вижу, вот, что она вот так свету так трусится. Вот. Ну, ладно, хрен с ним. Как бы, ну вот это в глазах минус. Но я надеюсь, что минус поправимый. Я либо вот от того питания запитаюсь, ну это я эксперименты поставлю, будет у меня перерыв. Либо вот на этой лампе, на большой днепродентовской, есть аккумулятор. Вот я к нему присоседюсь и посмотрю, как она себя поведет. Я надеюсь, что этот дефект будет исправлен. Вот, и это всего лишь прихоть вот этого блока питания, который с ней куплен. Вот, смотрим. Вот здесь вот. Вот она, это место. Та умятинка. Да, там осталось где-то, как пол вот этого наконечничка от керна, полумиллиметровая рамочка. Ну, это ерунда. Так, переходим вот к этому. Вот он у нас, купцу. Что делать? Что делать мы будем? Вот так отсюда приклеивать и отсюда приклеивать, дергать? Нет. Так не получится. Тем более, что, как мы знаем, на вещах, на таких, на рубцах, вот, это проблемно. Есть вот такой вот специально обученный для этих целей. Сейчас вот лампа хорошо светит. Вот в ней можно светить. Вот такой вот специально обученный у нас есть клеевой адаптер или грибок, кто как называет. И вот, вот на вот эту грань мы будем ставить и цаться. Вот так, лампу Аладдина тушим на нормальный свет и потихонечку продолжаем. Вот опять же, это не значит, что волшебный грибок сейчас поставили, он все вытянет. Это, конечно, так бы хотелось, но есть но.
надо опять греть, немножко пробить и потом как бы работать. Да, поделюсь еще одним небольшим, так сказать, нюансиком, который я использую в своей работе. Значит, молоточки, вот эти вот мало-много точки, которые висят у меня, казалось бы, да, для чего они? Висят себе и висят, я практически пользуюсь. Вот таким молоточком очень легко, иногда ставлю его немножко на ребрышко и вот так пробиваю. Им надо, в отличие от вот такого молотка, там 5-10 раз вот так вот постучать, чтобы было какое-то изменение. И вот так, когда очень тонкая работа, чтобы одним ударом вот так бах и потом все. Не косячить я использую этим. И опять же, когда я им пользуюсь, когда как и подпробойник молоточком, он очень легенький и удобный. Тут сила удара большая, не наоборот, надо дозировать. Вот, сейчас я попытаюсь поймать. Вот, нолик у нас. Вот, он 127 весит. Вот, вполне нормально он себя ведет. Вот, вот такой молоточек. Здесь, так, выключайся. Вот, выключился. Здесь вот эти штучки скручиваются съемные. Вот, как мы видим, они на ре. Вот, ну, мне как бы в этом необходимости нет. Это, скорее всего, для того, чтобы снять различные, возможно, допустим, резиновую поставить, металлический наличник, там, или еще что-то. Вот, ну, как бы мне это не надо. Единственное, что можно, допустим, вот он весил 127, вот сейчас он весит 121, 126, вот, то есть 5 грамм убрали, если кому надо, допустим, полегче еще, вот условно, выключайся. Так что вот так, сейчас простукиваем и работаем дальше, как бы это более интересная такая будет вредная и капризная вмятина. Вот, к сожалению, снимать в таком освещении я не умею. Вот. У меня либо все заливает светом, либо ничего не видно. Что я извиняюсь. Вот он наш, этот грибочек специально для мест. Стоит, сейчас посмотрим. Я, конечно, уверен, что с первого раза ничего не получится, но тем не менее, если долго мучиться, все равно получится. Я немножко погорячился, сказал, что с первого раза не получится. Очень даже хорошо получилось. Вмятина наполовину вышла. Опять прогреваем, разбиваем, уже вмятина прям, ну, приятно смотрится. Уже ее, честно говоря, заметить на машине на улице будет трудненько. Так что очень даже хорошо получилось для первого раза. Ну что, продолжаем дальше. Во второй раз я положил чуть больше клея. Даже не смог оторвать. Почему? Потому что вот, уже пех пошел. Вот, теперь задача одна, просто взять, забить аккуратно. Аккуратно и все. И вмятинки не будет. Вот. Все получилось. Вот небольшие тут как бы маленькие погрешности. Но дело в том, что эти погрешности без лампы и увидишь. Вот я их снимаю, как говорится, повнимательней. Все здесь нормально. Вот. Такую неровность на машине заметить, это надо. Да и к шагрене можно, извините, доколебаться, что она неровно лежит. Вот. Такую вмятину видно. Вот. А такую вот, ее будет не видно. Вот так что, вывод. Где он, волшебный наш? Волшебный наш вот такой грибочек.
Очень хорошо тянет. Вот, если на него перебачить немножко, хрен ты его оторвешь. Вот. Это бочки из вот этого вот отряда. Вот. Как видим. Вот, их тут много у меня разных всяких. Вот, и когда надо, я ими пользуюсь. Великолепные грибочки, хорошие, работают хорошо. Ну, скажем, вот это из отряда, которые довольно-таки, довольно редко, когда востребованы. Тут они есть и плоская форма, есть и выпуклая вот такая, немножко овальчиком, ну, многих разных. Это грибы из разряда, когда ими пользуются довольно-таки редко. Вот, поэтому. Вот, они и лежат тут внизу. В основном ходовое все. Вот такое все маленькое, малюсенькое. Вот это вот все ходовое. Вот, вот такие вот грибочки. Вот такие. Вот, и я пользуюсь вот таким. Вот. Мои любимые — это те, которые вот с такими внутри, с магнитами. Вот, потому что они, работаешь мини-лифтером, не ускакивают, держатся в этом самом, на поверхности. Но я чуть отвлекся. Что, переходим дальше. Вот, там разобрались, вот показываю я. Вот эту боковинку издалека, так получше вроде как. Там вот видно, что как бы слепит экран, а тут все видно, какая она вся из себя красивая. То есть один из вариантов, вот, снимать с расстояния, ну видите, когда приближаю, не жить, ничего не видно. Так еще на блике, так сказать, вот видно, что это вмятинки. А в общем-то накал лампа такой, что не особо видно. Видно даже вот эта пластиковая штучка. И на ней тоже вмятины. Ну, пластик делаем. Вот. А тут, конечно, посыпано души. Вот, град постарался. Теперь мне надо также постараться все это доставать. Вот такие дела. Между делом подсказочка. Вот работаешь, потом смотришь, грибочки начинают плохо клеиться. То есть ты приклеил, выдержал, скольки ты считаешь нужным, досчитал, дрынь, а он летает практически без усилий. Что надо делать? Мыть. Вот я мою в такой руке грибы. Что вот это? Вот это вот осадок и грибы, которая выходит с наших грибов. Это малярская ситечка обыкновенная. Я думаю, ну, знаю, что это такое. И посмотрите, сколько там муляки. Практически вот сантиметра полтора. Все это было на дне пилки здесь. Вот. Ну, ни с одного, ни с двух раз. Вот такая берется маленькая ведерочка, и мы там видим, как там все это плавает и плавно отходит. Вот. Вот так пару раз поколыхал и бросил. Минут 10-15 стоит. Еще раз поколыхал, так эффективно потрусил. Слезь и вперед. Грибки чистые, как будто только что вот ты их с упаковочки дал. Ладно, это небольшое отвлечение, можно попить чаю, посмотреть кино, и грибки самоочистятся в этом бензинчике, в калуше в этой. Вот, продается он во всех радиолах, во всяком случае у нас, вот, или может там в хозмагах, или еще где-то, ну у кого как. Ну я думаю, есть такие радиолавки или радиоэлектротовары, где это можно прикупить. В радиоэлектронике ребята им пользуются до сих пор.
Говорится, не прошло и полгода. Вот они, новые, красивые, отмытые, чистые грибочки. Вот, кое-где на краях бывает. Оставалось, ну, вот так, просто вот так рукой берешь, и оно все уходит. Вот, видно. Прекрасно уходит. Вот, так же, как вот здесь. Видно, да? Вот, все очень даже легко отходит. Вот, на руку. То есть уже оно не липкое. Вот. Вот столько вот этой гадости там осталось. Как мы видим. Прилично, да? Вот я через ситечку наливал. Опять же, там вот она, муляка. Остаться. Что-то такое вот. На дне. Непонятная. Какая-то с грязью. Взвесил, а остальное как бы чисто. Вот так вот. Напоминает мне это аквариум. Чистишь, и вот говняшки от рыбок. В детстве многие из нас были у нас аквариумы. Родители нам покупали рыбу. Мы их с удовольствием разводили. Ну и так далее. Ну вот, помыл грибки. Теперь сейчас я их слегка подзачищу. Вот. И все. И продолжаем работать дальше. Вот смотрим. Красота. Все чистенько. Вот они, грибочки. Вот, идеально чистая поверхность. Вот тоже вот. Это пыльца. Она вон пальцем отходит. Вот. То есть снижается. И вот, видите, я специально оставил. Вот идеально чистый гриб. Так что вот так. 20 минут и все, можно поработать. Вот смотрим. Здесь вот были вмятины. Вот на боку я показываю специально. Я ничего не делал. Вот здесь вот нижний. Раздернул, чуть пробил и все. Оставил специально, чтобы было видно. Вот, так сказать, докуда я дошел, вот, до вот этой части. А здесь все хорошо и очень спокойно. Вот, специально я как бы как меточки оставляю, чтобы было видно, чтобы было с чем сравнить. Вот, как это все было и как это все стало. Вот, маленькая давочка тут как бы. Ее сразу видно. Ну вот, так что потихоньку-потихоньку. И сейчас вот эту вот бородавочку доделываем. И потом дальше работаем. Ну что же, вот. Вот она, боковинка наша. Как мы видим, уже тут глазу зацепиться, что. Вот. Теперь переставляем лампу и переходим вот отсюда. Потому что здесь все ровненько. Вот, опять же, работаем. Грибы, ну это так валяется, просто так. Потому что тут вот будут у нас ляпушки прям большие. Вот. Попробуем и ими. Вот там, где большие умятины. Как красиво переливается под вспышкой. Вот смотрим. Здесь ямочки есть, здесь есть, а здесь они начинают плавно тускнеть. Еще поработать, но вопросов нету. Но вот эти вот хорошо видны. А вот это вот место уже у нас еще, конечно, надо делать. Вот, но уже
Немножко мы его подлечили, вмятинки повыковыривали, остались как бы, доделать надо. Просто так потихоньку показываю, что у меня вот этой волшебной тряпки нет, что я ее так протер и все вмятины, опа, и видите, ничего не осталось. Вот, к сожалению, ни волшебной палочки, волшебной тряпки у меня нету, чтобы ей протереть и все ушло. Поэтому долго и нудно приходится вот так клеиться, дергать. Вот, и потихоньку все это выйдет. Очередной этап. Вот они, наши новые вмятинки. Продвигаемся потихонечку. Тут их хватает, ну и на боку здесь тоже. Все так спокойно. Вот мы видим, да? Вот такая красота. Промежуточный моментик работы. Вот здесь вот бляшки были у нас. Теперь мы их равняем. Вот еще. Сейчас я в засвет постараюсь попасть. Вот здесь немножечко неровности есть. Надо подправить. Вот. Не сильно, но чуть-чуть они там. Ну, мне не нравится в этом случае, я обязательно доделаю. А так уже, ну, чуть по чуть выходит. Так, наводись резкость. Во. Как мы видим, тут у нас получился шмарик. Я слегка передержал. Ну ничего, и здесь маленькая шишечка, без этого это очень хорошо, а здесь еще вот на этой части надо поднимать. Вот так, потихоньку дела идут. Ну что, продвигаемся потихоньку дальше. Вот у нас тут очередная опция градинок. Их, что самое интересное, не в лампе, а в краю, как говорится, на закате, что ли, или на восходе, так сказать, видно. Вот. Вот на боку видна. Тоже вот я показываю. Ее надо вынять. Здесь вот маленький, вот она, неровно надо доделать ее. А дальше, в принципе, все нормально. Вот так вот. Не знаю, как снимать получше в этой лампе. Ну ничего, я надеюсь, приноравлюсь. Как говорится, смеркалась вот такая вот картина. Здесь еще предстоит, ну, уже на сегодня хватит. Вот на боковой панельке вот она доделка, и вот здесь вот две таких точечки, и вот она. А так, в принципе, уже этот участок вот я знаю. В общем, долго ли, коротко ли, но делать надо. Ну, града мобильно, конечно, побить. Я еще раз покажу. Так что, хочешь не хочешь, научишься и клеить, и выклеивать, и пробивать, и все остальное. Ладно, на сегодня хорош уже. Поздновато, скажем так. Пора закруглить.